Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства на 100% готово к отопительному сезону. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил заместитель генерального директора организации по теплоснабжению Алексей Манаенков. За время лета к зимнему сезону было подготовлено техническое котельное оборудование, проведены планово-профилактические ремонты и гидравлические испытания тепловых сетей. На сей момент у нас подготовка закончена на 100%. 23 котельных у нас готовы к отопительному сезону и порядка 130 километров тепловых сетей тоже готовы к отопительному сезону. В нынешнем году произвели замену тепловых сетей общей протяженностью более 1200 метров. Работы велись на двух участках в городе Видное, в поселке Измайлово, в Горках Ленинских. Капитальный ремонт водоподготовки был сделан в поселке Развилка. 1 сентября начались пробные топки. На сей момент почти половина выполнена, если бы точно, то 47% пробных топок в домах проведены. Вот. На этом мы, конечно, не останавливаемся, идем дальше. До конца сентября у нас по плану проведение пробных топок. Ну и, соответственно, начало отопительного сезона где-то в начале октября. По заведенным правилам, отопительный сезон начинается, когда средняя температура в течение 5 суток не поднимается ниже 8 градусов. Впрочем, включить тепло в домах могут в случае, если такое распоряжение отдаст администрация муниципалитета. В настоящий момент начат пуск детских садов, в частности, на Володарке запущены некоторые детские сады, в Молоково готовим дом ребенка к запуску. То есть те объекты, на которых у нас есть возможность, мы уже подключаем по их просьбе. Алексей Манаенков также отметил, что прошлый отопительный сезон прошел в штатном режиме без серьезных аварий.